Dresse que o meu canal no canal de Cruz, Об аномалиях, об странностях, а точнее посетим сейчас зону 51. Как его окрестили? Сан-Андреас еще не я специально купил. Велочит полиция, чтобы это самое... Но единственное, среди бела дня. Вот он так называет, но мне кажется, сейчас будут обстреливать. Оу! Лежу же так. Да не гадит этот гад. Сережа немножко умер. Но ничего страшного. Ничего страшного, зато мы с вами... Как бы... Ну все это опять же выясним, что там и что ж тут. Опять же выясним, что там. Это музыка такая. Потому что меня всегда поняла вот эта вот тарелка. Спутник бы, скорее всего. Скорее всего, они что-то выясняют. Не знаю, под обстрелами нам удастся с вами. Обнаружить хотя бы тарелку, я не знаю. Единственное, что я вижу, это хот-догов пока что. Вот видите, красавица под нику тарелкой. Просто так она здесь стоять не будет. Единственный момент, что может указывать...
смотрите, что вообще произойдет. Система почему-то нас на этот раз не засекла. И какая-то военная база, скорее всего. Так, наверх. Сейчас мы взглянем на карту. Да, это скорее всего военная база. Так, и что есть, нам развернуться. Простите за выражение, то... Да все, мы покидаем зону, чё вы как эти... Охренеть! Видите, что творят? Вот так вот охраняют конфиденциальную информацию. Единственное, тут есть одна пасхалочка. Вот, смотрите. Гостиница Лил Прёба и Инн, то есть гостиницы. Сейчас мы введем код, чтобы на здоровье подлечить немножко. И войдем в это. Это у нас бар. Здесь можно партийку сыграть. Ну давайте как бы завершим нашу эпопею партийкой. Давай, я не боюсь. Все равно у нас бабок тут до пятой октавы. Так что, что могу, друзья мои, сказать? Да, действительно, может быть. Но, к сожалению, мы не нашли следов тарелок и прочие неземных цивилизаций. Ну, зато как бы есть приятная атмосфера. Хорошо сейчас воевал. Не, ну там бесполезно, там было закрыть шар. Единственное, что мне нравится, так. Поиграем. Мне его реально можно выиграть, но блин.
Да, не знаю, что я хотел изобразить. Но мне кажется, парень обрадовался. Эх, жаль. Ну, короче, друзья, вот так вот. Самолет исчезает. Опа, не за счет. Да, бывает жизнь огорчения. Аккуратненько вела. Так, блин. Ну, засчитывайте машину. У нас тут черный. Ну, пока что... Блин, да не знаю. Четыре шага, конечно, можно сделать. Если удача будет с нами. Елки-палки, да что ж такое-то? Опа, молодцы. Открыточка была как-нибудь. Да что ты, Карл, делаешь? Ой, дурак, я не могу.
кажется, фильм это или комедия. Друзья мои. Не знаю, окончание комедии, блин. Ни хрена себе. Ничего себе ты замутил. Ну, тут как бы требуется, ну. Сейчас мы попробуем вот так вот. Он покажет, что может задеть шар, но мы аккуратненько его выведем. Просто он мне показал, что если будет сильный удар под восьмерку. Не, ну тут-то надо убить, потому что рикошет должен быть. Ну, видите, рикошет не получился, но слава богу, что мы не вывели под лузу. Сейчас будет неудобно ему бить. Я говорю, ему неудобно будет бить. Если бы вывели под лузу, мы бы проиграли бы. Отлично. И теперь смотрите. Даже музыка затекла, охренеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж такое-то? Чё, проиграл? Ну. Не, ну, понимаете, тут либо пан, либо пропал. Не забиваешь ты, забивает тебя. Могли выиграть. Давайте. Давайте еще разочек сыграем. И подведем итоги. Да слушай, Смолов. Я тебя чуть не обыграл, блин. Просто понимаете, тут дело случая на самом деле, блин. Если бы как бы осталось, ну. Чё там у тебя? Чё, полосатые мне достались? Вот так вот рикошетиком. Не, ну понимаете, тут как бы. Да елки-палки, у тебя лузы кривые. Он точно в лузу должен был попасть. Спасибо. Очень любезно.
ты бильярдист, себе же жуком бы там делать. Представляешь, жить на лозах, ну... Я как бы не советую, потому что... Тут, видите, надежда не оправдалась. Хотя был момент. Можно было в лузу попасть. Не, ну просто... Понимаете, честно вывели под лузу, вот он... Вот она забивает. Во-первых, какого хрена ты по черному бьешь? Извини за выражение. По черному шарику имеется в виду. Извини, если у тебя еще один стоит. Он уже, видите, он уже выигрывать собрался, блин. Да чтоб тебя. Хотя ладно. Да ёп... Карл, ты кривой! Блин... Я не знаю, вот просто вот как... Вот опять под эту лузу... Да вот понимаете, тут... Опасность, на самом деле... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Как проиграл-то, блин? Да иди ты нахрен, слушай, ты проиграл. Ладно. Да конечно, на самом деле, блин. Можно доколебаться, слушай. Ладно, ребята, речь не о том, как бы... Формально я выиграл, потому что, ну, шар забит, все забито. Ну, блин, ладно. Короче говоря, вот такой вот. Вот такой вот у нас выпуск получился. Ну, подведение итогов. Да, может быть, они там что-то нашли, но... И за этим обстрелом не все понятно, как бы так. Ну, по легенде, тут как бы упала летающая тарелка, ну... Мы возвращаем наши деньги, что называется, потому что игорный бизнес это очень, очень ужасно. Ну все, на этом прощаемся, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, с вами был Джек Фрост, всем пока-пока.